Здравствуйте, мои необыкновенные, здравствуйте, мои звездочки, здравствуйте, мои богини. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. В какую сторону вам лучше карты перевернуть, чтобы вам было видно, слышно меня? Не знаю, насколько вам хорошо меня видно. Да, сегодня мы в таких вот экстра натуральных условиях работаем, поэтому дайте мне обратную связь, насколько вам видно, слышно меня. И будем смотреть все у вас от него. Напишите мне в комментариях, видно ли вам, слышно ли вам меня в прямом эфире здесь и сейчас. И будем начинать. Время эфира у нас сегодня очень даже ограничено, потому что у меня уже закат. Скоро будет темнеть. В реальном времени, девочки, просматриваем, да, освещение, поэтому напишите мне, как меня видно, как меня слышно. Отправляйте мне сердечки, лайки, комментарии. Буду видеть вашу обратную связь. И будем, собственно, продолжать освещение в данную минуту. Для того, чтобы информация шла у вас, у вашего мужчины, пропишите имена, знаки зодиака в комментариях. Не забывайте ставить лайк, ставить сердечечки, стикеры, комментарии, подарки. Все только приветствуется. Все хорошо, отлично. Давайте посмотрим, как вас видит сегодня мужчина. Пока у меня совсем не стемнело, потому что уже у нас закат. Очень-очень скоро, как он видит вас. Ну, девочки, вы для него просто мегакосмос. Вы для него просто, знаете как, лучшая из лучших, причем та, которая владеет знаниями, которая не обладает ни одна из тех, кто окружает его. Слушайте, какая вы мудрая, какая вы умная, какая вы неимоверная. Просто знаете, как считываете информацию через энергии космоса. Посмотрите, какой у нас шикарный, да, офис сегодня, в котором я провожу освещение. Это не грин-скрин, это реальное время. Просто озеро, видите, как отражает, да, небо. Как красиво, я очень стараюсь для вас. Благодарю вас за ваши сердечечки, за ваши лайки, за ваши комментарии. Также отправляю вам тысячи комментариев в ответ. Мне очень важна ваша финансовая поддержка, потому как я работаю не только как таролог, но как и ясновидящая, яснослышащая, космоэнергет и парапсихолог. Поэтому любая ваша активность – это есть благодарность мне. Еще, какой он видит вас? Ну, знаете, та, которая не стоит на месте, развивается, двигается. Та, которой он разбил сердце. Девочки, разбил он вам сердце, сразу могу сказать. Здесь карты об этом говорят. Опять же, да, вы видите, что все происходит на ваших глазах. Здесь нет никаких карт с подполья. Здесь нет ничего, что я скрывала бы, как лжетарологи вот так руками закрывают, что-то там на стол вот так вот кладут. Ничего не понятно, о чем они там говорят. Насмотрелись каких-то там фильмов ужасов и рассказывают вам какую-то хрень. Нет, девочки, здесь жизнь и здесь реально. Здесь информация о том, что, ой, между вами отношений нет, либо же они закрыты, либо же как-то вы закрыты друг от друга, вообще не коммуницируете, не общаетесь, девочки. По десятке мечей вообще, возможно, нет ничего. Между вами вот на данный момент нет ничего, ни общения, ни коммуникации, ни сообщений, ни звонков. Ваша ли информация, да? Не забывайте давать обратную связь, ставьте лайк, пишите в комментариях, да, обо мне истина, да, давайте обратную связь, потому как Вселенная озвучивает информацию только для тех, кто коммуницирует, кто дает эту обратную связь. Какой мужчина вообще сегодня, в каких он энергиях? Стабильный в чем? В своем отстранении от вас, девочки. Короче, здесь особо не вижу никакой связи, никакой коммуникации еще. О, есть третий фактор между вами, который все сводит на нет. Есть третий фактор, который все сводит на нет между вами. Ну что же, давайте посмотрим, да, тему освещения. Пропишите мне в комментариях, какая там была тема, потому что я в потоке, когда смотрю, да, я не записываю, и все, я просто улетаю. Напишите мне, какая тема освещения, и будем разбирать. Я не указала, потому как я нахожусь на природе. Девочки, негде мне здесь указывать, поэтому жду от вас, да, ответ.
комментариях напишите мне, девочки. За личными освещениями пишите мне в личку Instagram, Facebook, TikTok. Мы сейчас не будем разбирать вашу ситуацию. Я вижу, вы мне прописываете в комментариях. Нет, это не правильное время, когда мы разбираем личные ситуации. Тема освещения. Его мысли о вас? Окей. Ой, здесь совсем все сложно. Здесь совсем все тяжело. Думает о вас. Причем вы, если мне очень, очень негативного характера. Почему? Почему? Потому что между вами есть тайна, девочки, и вы не знаете ничего об этом. А, я поняла, между вами есть магия. Короче, мужчина здесь у вас под магией, поэтому от него никаких действий особо не ждите, пока вы не обратитесь ко мне за практикой очищения мужчины. М-м. Да, он, знаете, как подопечный. Творят с ним что хотят, крутят его мозги как хотят. Причем не в вашу сторону, девочки. Ничего положительного относительно вас я здесь не вижу. Еще. Мужчина. Пажик. Младший по возрасту, возможно. Ой, ну слушайте, он просто тонет в мыслями о вас. Если какая-то женщина есть, которая пытается его переманить на свою сторону. Запудрить ему мозги, девочки. По дьяволу. Ой, жесть какая. Здесь она, знаете как, ритуалами, магией и всей подобной фигней ему мозги, собственно, и запудривает. Что вам нужно делать? Брать шанс, не отпускать его, девочки, не отпускайте его. Он вас любит. Он вас любит. Несмотря ни на что, он вас любит. Что вам нужно делать в данной ситуации? Угу. Ну, все в ваших руках. На развитие ваших отношений, либо же они закончатся от слова совсем, либо же вы выведете их в свет. Выведите в свет, если обратитесь ко мне за практикой очищения мужчины. А если не обратитесь, что будет? Мысли мужчины полностью будут перевернуты. И он полностью будет затянут в эту луну, девочки. Ничего хорошего не будет. Поэтому вам совет Вселенной, если вы хотите развития отношений, если вы хотите... чтобы что-то поменялось в наилучшую сторону, срочно ко мне галопом за практикой очищения мужчины. Иначе он уйдет из вашей жизни. Да, он этот шанс, о котором думает, перевернет в сторону другой женщины, которая владеет его сознанием, подсознанием. Поэтому срочно ко мне. Ссылочка в первом комментарии. Пишите мне в личку Instagram, Facebook, TikTok. Во благо.